вверх, потом снова вверх. Это самая сложная часть, а сам маршрут, который начинается в поселке Большой Утриж, в заповеднике рекомендуют тем, кто готов, пусть и к умеренным, но вполне физическим нагрузкам. По пути достопримечательности. Одна из них – можжевельник, которому около 500 лет. Через 600 метров – привал, на котором участникам рассказывают про обитателей, а также растительность заповедника. Экскурсоводы – волонтеры серебряного возраста. Они прошли специальные курсы. Татьяна Лебедева на маршруте впервые. Она рассказывает про то, как сформировался Утрижский разлом, или, как его еще называют, каньон. Вообще вот это вот наблюдать красиво со стороны моря. Когда вот идешь, особенно если на катере, то видно вот это моноклинальное залегание, когда все вот эти складочки уже не так вот будут, а вот так вот раз, и все уходят в море. Еще хочу сказать, то, что мы видим здесь на поверхности, еще 50 метров уходит на глубину. То есть вот такой вот оползень. И на сегодня сохраняется здесь высокая сейсмоактивность. То есть предполагается, что может быть землетрясение до 8 баллов. На экскурсии московские школьники. Аида и Ольга, подруги «Не разлей вода», живут в Москве. Учатся в классе, где дают дополнительные знания по химии и биологии. Специально перешли из других школ. Ольга мечтает стать врачом, а Аида – биологом. Здесь на практике. Приехать на Утриж порекомендовали на биологическом факультете МГУ. Посмотрели на можжевельник, посмотрели на ящерицу, которая мимо пробежала, но она была очень интересная. Жаль, что она так прям быстро нырнула очень куда-то вглубь леса. Конечно. Да, понравился вид на каньон. Мне тоже очень понравился каньон, и это так захватывающе. Но также, да, очень много можжевельника, и мы увидели его так близко, это круто. Вместе с этим маршрутом с 20 мая откроются еще два. В Савину щель с посещением Грабовой рощи, а также вдоль морского берега к водопаду, который находится прямо на Галичном пляже. К моменту открытия пройтись по тропам можно будет самостоятельно, купив билет. Ряд будет, значит, маршрутных указателей, значит, лавочек, беседок, ограждений для более безопасного прохождения этого маршрута. Стоимость билета на согласовании в Министерстве природных ресурсов. Первопроходцы же, юные биологи, вернутся домой с фотографиями и новыми впечатлениями. Александр Ребека при техническом содействии заповедника Утриж.